Выбор депутатов в законодательное собрание Краснодарского края на территории муниципального образования стартовали. В 8 часов утра в нашем муниципалитете было открыто 88 избирательных участков, к работе приступило почти 1200 членов участковых избирательных комиссий. Мы ожидаем на участках около полусотни наблюдателей от различных субъектов, от парламентских партий, от кандидатов. Все прошло в штатном режиме. Все избирательные были участки открыты в торжественном обстановке с исполнением гимна Российской Федерации, Краснодарского края. Все в штатном режиме. Мы надеемся, что все три дня пройдут при хорошей активности избирателей и закончится все хорошо.